Кто не знает, как бы сегодня уже 2 марта, что означает, что спадает эмбарго на Valorant, он же Project A, игра, в которую куча фортнайтеров собираются уходить. Почему? Потому что, ну, я не знаю, почему на самом деле. Многие из них даже не понимают, что это за игра, к чему она, о чем она и так далее. Они просто услышали от каких-то про-игроков, которые такие: Project A, а уйду-ка я Project A. Вот, собственно, вся информация. Типа, сегодня уже слили скрины и есть раунд, я так понял, ранний показ игрового процесса of Valorant. Ну, сейчас мы, собственно, и посмотрим. Тут у нас пост. Все слили новые скриншоты соревновательного шутера Valorant от компании Riot Games. Ведущим арт-директором игры выступает Моби Франки, чьи идеи стали ключевым в выборе визуального стиля для Team Fortress 2. Я обожаю Team Fortress 2. Я человек, который сыграл в Team Fortress 2, играл в Team Fortress 2 6 лет. У меня более 4500 часов в Team Fortress'е. Пацаны, вот геймплейно и, не знаю, по какой-то отдаче Team Fortress 2 в свое время был лучшей игрой. Особенно пока он стал бесплатным, это вообще пушка. Пушка стала. Основной режим шутера — это сражение 5 на 5. А это одна из особенностей — магические способности героев, которые надо покупать во время раундов за заработанную валюту. Вот, кстати говоря, 5 на 5. Я точно не могу сказать, но в Team Fortress было 6 на 6, потому что там было 2 скаута, 2 солдата, демомен и медик. 6 человек было там, 6 человек было. Почему 5 на 5, я вот не знаю, типа они решили все-таки, видимо карты будут меньше, и поэтому будет вот такая тема. А завтра спадает эмбарго на предварительные обзоры игры. А, обзоры игры, это уже завтра получается. Журналисты рассказывают, что графика играет последнюю роль в игре, и в этом нет ничего удивительного, ведь в первую очередь проект все-таки рассчитан на киберспортивную аудиторию Counter-Strike и Overwatch. Вообще, я считаю, что графон вообще не имеет никакой разницы. Поэтому, когда я говорил, пацаны, чекаем Shadow Arena, и типа мне было плевать на то, что она выглядит как дефолтная корейская гринделка, как есть Black Desert там и так далее. Мне вообще насрать. Я человек, который играет в игровые механики, то есть меня волнует то, как это играется, а не то, как это выглядит. И объективно, чем проще изображен геймплей, тем проще эти игровые механики реализовывать. Поэтому в Fortnite так прикольно играть было, особенно первые там сезонов 8. Потому что ты всех видишь, никто нигде в траве не прячется. Все отлично, пушка, катушка, я хуй знает. Вот, давайте посмотрим, что тут у нас по скринчикам. Реактор A. Ну, я так понял, стороны будут так же, типа красная сторона, синяя сторона. Ну, это дефолтная тема. Кто не знает, в Team Fortress команды красная и синяя. Синяя — это прогрессивная молодежь, у которых все железом построено. А красная — это челы, которые такие чисто колхозники, у которых все из дерева. Ну, там своя такая тема, свой сюжетец есть. А здесь, видимо, просто будет красная и все. Так, это что? Шпион. Если здесь будет шпион, пацаны, кто не знает, я в Team Fortress отыграл, наверное, 1500 часов на шпионе. Я просто обожаю этот класс. И самое крутое, что есть со шпионом, это то, что так нубов можно троллить этим шпионом, это просто забей. Типа, они вообще не одупляют, типа, что происходит. И если тут есть шпион, это охуенно. Ага, это, кстати, на Ханамуру на какую-то похожую из Overwatch. Это Пулич. Не знаю, мне это не очень нравится. Там чел на стене, кстати, стоит. Типа он сделал стену. Слушайте, то есть под себя кидаешь стену, она вырастает, и на стене стоишь, как Мэй. Прикольно. Позиционочка, конечно, у них такая себе. Что с локтем? А, это этот рукав. Окей. Не, оружие прикольно, типа, сделано, но оно такое, знаете, пластиковое. Чисто пластиковое. Я думаю, они просто еще не доработали общий визуал. Но в любом случае, пацаны, любая соревновательная игра играется на лоу графике. Почему? Да потому что на лоу графике у вас всегда стабильный FPS, максимум FPS, у вас ничто нигде никогда не просядет точно. Люди не просто так играют на лоу графике. Будь то CS, будь то там какой-нибудь Overwatch там и так далее. Любая соревновательная игра играется на лоу графике, если ты не играешь на плойке. Потому что так проще. Потому что глазу важно воспринимать, где враг, а не как светится пушка. Чел стоит, что-то стреляет, не понимаю, что он тут делает. Он, кстати, смотрите, это ветряной скилл одного из персонажей. Он типа кидает что-то типа дыма. Это похоже на коробку на Дасте. Знаете, коробка, куда эти грены кидают. Ну, смотрите, вот я так понял, это какой-то один из основных автоматов будет. О, Ревич. Ревич — это круто. Обожаю Дигл. Обожающие девайсы, которые стреляют сильно и при этом как бы медленные. То есть это, знаете, это такой скиллкап показывает, что ты можешь себе позволить играть пушкой, которая стреляет там 6 раз, а потом перезаряжается 6 лет. Так, ну и все, мы это посмотрели. May contain content in no pro... appropriate for children.
Так, children, нахуй, отвернулись, пожалуйста. Поставили лайк, сделали комментарий. Ай, что-то громко. А, все с ножом бегают. У всех есть нож, пацаны. Прицелы как из КС, смотрите, прицелы. Мы только что видели у одного чела прицел. Прицел такой, у второго прицел закастомлен. Я в Фортнайте 3 года жду, чтобы у меня прицел был кастомный. 3 года, пацаны, 3. Это как 2 года плюс 1. Кастомный прицел, Epic Games, я все еще жду. Оружие персонажей видно у своих. Так, здесь это получается... Это что-то типа фристайма перед атакой. Опа. Я уже предвещаю, как я буду сидеть со снайперкой такой. Блядь. Так, это он грену откинул, типа через нее не... Это что такое? А кто его просветил? Типа к дыму нельзя подходить, он просветит. Ой-ой-ой, ТТК вообще типа дикий. Я уже хочу в это поиграть. Блять, лук! У него лук! Блять, до слез, девочки! Блять, у него лук! I'm gonna drone outside of A-Lon, just to check. Welcome to my world! Let's see, let's see. I've got dags we can retake together. Блядь! Дед счастлив, есть АВП, есть лук! Есть ножи! I'm gonna go this way with dags. Let me go first with my dart. Блядь, лук! Ну он не основной, сука, лук не основной, не основной скилл. Ебать. Ай. Осуждаю. Ай. Ух, я просто залетел одному шот, второму шот. На. Успел. Можно оружие поднимать, можно оружие будет сейвить. Можно будет оружие сейвить, пацаны. Так, давайте быстренько тут пройдемся. Давайте прям. Так, я хотел посмотреть оружие. Так, оружие 1100, маршал, это видимо скаут будет. Оператор, соответственно, 4500. Бульдог 2100, стингер, это СМГшки. 2 СМГшки, 2 шотгана, 4 райфлы. Вот, вандал. Вандал это, видимо, основная винтовка. Есть обрез. Лол, есть обрез. Есть быстрая СМГшка. Это что-то типа ГОС какой-то. Шериф. Ох, я буду главным шерифом в этой качалке, пацаны. Я буду главным шерифом в этой качалке. Так, это, я так понял, скиллы персонажа, и ты можешь их купить. Light Shields, Heavy Shields. 50-50. Против всего дэмэджа. Heavy Shield, он куплен. Курвбол. Курвибол. 2 штуки. Блейз фул. Типа блейз можно один купить. Это, видимо, горячая стена. Но, видимо, у нее дамажащие скиллы. Hot Hands тоже куплено. Я не знаю, что это такое. Ну а вот это 4-я, это ульта. Это ульта, я так понял. Ее можно будет либо купить один раз, либо она накапливается каким-то образом. Ну, типа, райфлы, то, что их много, это нормально. Типа, смотрите, самая дешевая райфла. Но при этом, вы видели, там, типа, файты протекают на такой супер близкой дистанции. И чел просто вот с джаджа вот этого, он мгновенно убил двоих. Просто мгновенно. Винтовка, я хочу застрелить! Так, Арес. Арес и Один. Вот это вопрос. Вот это уже вопрос, знаете? То есть, смотрите, 1700 стоит, как бы. Но при этом вопрос, какой у него будет разброс. И насколько он будет актуален. Типа, смотрите, мы видим всех персонажей, которые у нас есть. Минимально в next раунде 7300. Лол, тут показывается, тут экономика показывается. То есть, типа, вот 5400 у тебя есть. И минимально в следующем раунде у тебя будет 7300. То есть, вам не нужно сидеть и высчитывать, сколько у вас будет денег в следующем раунде. И, типа, нужно вам эко делать, не нужно вам эко делать. Охуеть. Мне прикалывает, что нож. Нож, мне очень-очень приятная визуалка. Мне очень нравится, как сделано.
То есть вот так будет выглядеть игра на лоу графике. Это просто инфа сотка. Вот так она будет выглядеть на лоу графике. И мне вообще плевать. Я, вот того, что я сейчас увидел, мне хватает для того, чтобы понять, чтобы да, я буду делать ролики по этой игре. Можно купить челу своему оружие. Он купил челу оружие. Он купил челу оружие. Ну, типа, вот время подготовки перед раундом. Но это означает, что здесь карты несимметричные. Типа, вот, мы видим фулл карту. Они, видимо, атакуют откуда-то отсюда. И, ну, это, типа, карты, они как в Overwatch. Если ты за сторону дефа, у тебя просто, типа, есть точки. Вот. А челы просто атакуют из своего загончика. Как в КСе. В КСе карты, они такие, что, типа, время на подготовку нет. Вы просто выбегаете каждый из своего загончика и встаете таким образом, каким вы хотели бы рассредоточить. А почему они видят персонажей врага? Опять же, вот, типа, они видят персонажей врага. Мне так нравится, что у каждого свой прицел. Вы смотрите, каждый, типа, под себя настроил. Что мешает в Fortnite добавить это? Вот, ну что, ну серьезно. Это он ульту, кстати, накопил. Вот эти ножи, это ульта, кто не знает. Дрон. Дрон, у которого есть огненное это. Дрон, у которого есть огненная стрела. Я немного не понял, почему у него ХП восстановилось. Это просвечивающая, да, стрела? Так, их просветили. Вон, они тоже просветили. Какую-то штуку закинул, не знаю, что это такое. Ай! Вот это чел с дробичем. Здорово. Ай, блядь, он просто за секунду двоих сбрил. ТТК в этой игре просто пизданутый. Нет, охуенно. Это охуенно. Я смотрю на это все то, что я хотел бы видеть в Overwatch. Типа, ты бегаешь, стреляешься и, типа, ну, ты файтишься своим скиллом. Ну, грубо говоря, для файта ты используешь скилл, тактику и аим. Все, больше ничего не используешь. Ты не ебучая обезьяна с щитом, которая прыгает на снайпера, у которого КД крюка в два раза дольше, чем КД прыжка у макаки. Это не дива, которая тебе на лицо прыгает и давит тебя, блядь, как в SFM порно роликах. Типа, ну это что за херня? Ну, типа, мне очень нравится, серьезно. Типа, я жду. Надеюсь, вы тоже ждете, как бы, пацаны. Если ждете, обязательно тоже можете подписаться, лайк поставить. Можете коммент оставить, типа, что вам понравилось, что вам не понравилось. Будем надеяться, что ОБТшка скоро. Будем надеяться.